Дракош, давай-ка вниз отсюда лети. Ну ты достал. Ой, ой! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы ловим спокойствие перед тем, как начать погружаться в пучину отчаяния, безумия, фрустрации и немножечко депрессии. Мы играем с вами в Only Up. В прошлом выпуске нас подло подловили, жутко напугали и скинули в самый низ. Мы поддались страху, и поэтому нас наказали. Я специально дошел до этого места. Не хотел, чтобы вы смотрели все, вот это вот, весь этот путь заново, весь этот подъем, который я только что совершил, снова. Я немножко там побесился уже, дошел до сюда, постоял чуток, подышал и готов взбираться в жрало касатки, чтобы потом быть выкаканным ею. Выкаканным ею и потом снова добраться до Радужного моста, где мы как раз таки и упали. Сейчас мы до тут дойдем спокойно, вообще без проблем, никаких проблем, никаких тревог. Только поломанный мост, который мы знаем, что мы упадем, если мы здесь будем очень неосторожны. Видите, как я проваливаюсь? Почему мальчик не толстый? Он бы мог быть толстым. Тогда бы он так не скакал. Видите, есть свои плюсы и минусы в любом телосложении. С одной стороны, ты бы не проваливался, но и прыгать бы так не смог. Можешь прыгать, но можешь проваливаться. Поэтому, развивая свое тело, выбирайте, какие минусы вы готовы терпеть. Это, в принципе, ко всей жизни относится. Вот я знаю, что я сейчас буду играть и буду терпеть очень много минусов. Но плюс... плюс будет победа. Это чувство победы. И поэтому я готов терпеть все эти нюансы, все эти разочарования. Кстати говоря, уже вот касатка нас ожидает. И мост. Мы совсем близко. Кстати говоря, я только заметил, что это второе место в игре, где есть чайки, и второе место в игре, где есть море. Странно, что они не объединили эти две локации в один сегмент, и тогда бы у тебя не было ощущения, что ты возвращаешься куда-то, где ты уже был. Ну что, взбираемся на маяк. Ай, как мне нравятся маяки. Маяки очень красивые, очень романтичные и очень страшные. То есть в этом маяке все собрано. Любое настроение. Какая огромная жирная чайка. Она тоже точно бы не провалилась в те дырки в мосту. Аккуратненько на якорь. На фонарь. Окей, идем в касатку. Тут мы нигде вроде как упасть не можем. Вот сюда. Вот сюда сейчас мы упадем на якорь. Осторожней! Осторожно, пожалуйста. Без резких движений. Полное спокойствие требуется сейчас от нас. Допрыгну или нет здесь? Конечно, допрыгну. Господи, всю эту бедную касатку искололи мечами. Итак, мы здесь. Тот самый мост. А, куда ты за... куда ты пытался залезть? Ну шо ж. Ну шо ж. Ну просто прыгаем, да, и идем. С мостом все в порядке. Вот эта платформа падает. Фу. Так, давайте его сразу на монетку прыгнем. От... оп. Мышеловка, блин. Мы прошли! Мы прошли, наконец-таки! От... так, а здесь какая-то собака стоит. И снова мост. Мост не провалится ведь? Нет. О! Так, собака. Собака упала. Итак, мы сейчас вступим вообще в новые места. Я не знаю, что там. Что? С чего мы... как будто бы я начал падать. Я думал, что все, конец, а куда бы я упал? А, не, даже не знаю. Даже не хочу думать об этом. Золотое яблоко с глазом. Доска. Доска мечт. Заметьте, как я ссу. Я все равно иду по месту, которое никогда не гаснет. Потому что мне кажется, вот это вот, оно меня уронит. Ладно, давайте просто... быстрее, 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 быстрее! Есть! Яблоко! О, отсылка на Гелен Оверед. Прикольно. Хорошо, что они отдали... опа. Дань уважения отдали этой игре. И вы вдохновлялись ей явно. Боже мой, куда мы? Красиво здесь! А я бы мог здесь просто идти? Вот так вот бежать... не знаю. Зачем? Господи, как... что? Погодите, что? Как мы здесь оказались? Блин. Jesus died. Иисус умер. За вас. Погодите, это обман. Или мы реально телепортнулись туда? И то есть мы можем сейчас внезапно оказаться в самом начале игры? Я не знаю... идем. Труба. Куда она нас поведет? Смотрите. Там этот золотой мозг. Или это не мозг был, я не знаю. Ой, кусты, кусты. Stop drifting. Run to the...
Чего? Я даже прослушал, что мальчик сказал. Дракон! Реальный дракон! Пока оп, он на меня явно пытался напасть. Дракон летающий, да вы чё, издеваетесь что ли надо мной? Как я вовремя среагировал, моя трусость спасла меня. Быстрее, 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 быстрее. Надо спрятаться где-нибудь. А! Нет! Он пролетел мимо. Куда же нам? Сюда, походу. И здесь скрыться даже... Я вот здесь могу скрыться. Если что. Нет еще гарантии, что он точно на нас нападает. Может быть, он просто пугает нас. Красивый дракон, однако. Он нас не видит. Так, если что, можно будет присесть и вот сюда. Отсюда он нас точно не скинет никуда, не сожрет, никуда не отнесет. А может быть, он должен нас отнести? Давайте на всякий случай мониторить, что делает дракошка. Он как будто бы выше полетел. О, нет, снова машины. И вот здесь мы просто на открытой местности. И снова свинья. Я знал, что она ключевой персонаж в этой игре. Ой, блин, он летит там. Смотрите, самолет. Еще один самолет. Машины уже какие-то заржавевшие. Пожалуйста, не падай, Евгений. Удержись. Так, пицца. Может быть, туда сразу допрыгнуть? О, хорош. Ой, какая пицца вкусная на вид. Что это за компьютерный клуб? Ммм, курочка в кляре. Боже мой, осторожнее, осторожнее. Тетрис! Блин, дракон на нас вообще внимания никого больше не обращает. Кажется, мы в безопасности здесь. И главный враг сейчас это только наша неосторожность. Что? 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 Ой, башмак меня спас, кажется. Или он просто пошел на второй круг? Да, он снова внизу теперь. Так, это горошина. Огромное бобовое гороховое дерево. И как? Прям вот так? Я смогу так пойти? Нет! 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 Так, давайте еще разок. Что нам нужно? Может быть, вот этот скейтборд? Мы на него не встали. Блин! Сволочь! Стой, стой, стой! Стой! Чё? Ладно, благо не упали слишком низко. Точно нам нужен тот скейтборд. Он выглядит не таким, как остальные. Он пугает нас просто там. Можно вообще забить на этого дракона, он не опасен. Осторожно, внимательно. За грушей можно провалиться. А вот здесь стоим. А вот сюда потом прыгаем. Ну давай. Магический скейтборд. Да. Все правильно. Он нас куда-то сейчас отправит. Главное, прям не к дракону. Потому что мне кажется, что он может нас сбить. Блин, он очень близко. Крыльями машет своими. Все нормально. Все. Все хорошо, мы на самолет летим? Что там у нас еще осталось? Кстати, я уже больше ничего особо не вижу. Неужели мы... Неужели мы почти что в конце? Окей. Походу, мы почти что прошли игру. Так, вот здесь надо осторожно, что-то я боюсь здесь прыгать. Окей. О, как странно, ты залез. И вот сюда по крылу. Прямо на лестницу. Давай прямо сюда прыгнем, пофигу. Я смелел. Я дракона победил. Ну, мысленно. Знаете, что-то я давно уже кровати не видел. Тут, походу, все. Никаких скипов. Только одна единственная дорога. О, это AirPod. Стоп, а что ты хочешь? А что ты хочешь? Куда? Вниз? Зачем? Но другого пути я не вижу, если честно. Что за нафиг? Неужели... Вот здесь, походу, нужно на горошину уже. Пожалуйста. Да! Допрыгну? Вроде должен допрыгнуть. Почему-то иногда я так не уверен в своих силах. Дракош, давай-ка вниз отсюда лети. Ну ты достал. Ой, ой, ой! Крыло машет! О! Тварь! Есть, 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 не упал, не упал, не упал. Какой же ты морозотский дракон. Ладно, мы не сдохли. Мы не упали. Куда ты летишь? Так, присел. Давай, держимся. Ой, сейчас прям по мне махнет крылом. No. Все нормально. Он, походу, не будет спускаться, да? Он все. Он теперь здесь летает. И мы еще выше куда-то. Давайте, должен допрыгнуть. Есть. Фотик. Горошина. Что еще? Ой, блин, чуть не упал. Свинья! Наконец-таки я взберусь на тебя. Это свинья-поводырь, она помогает мне. Все, он внизу. Это пружинка. Я отпружинюсь сейчас.
Yes. Что это за место такое? Прикольные золотые курицы, золотое яйцо. Подобрать? This giant is like my father, just as scary and huge, but in fact useless and worthless. Этот гигант такой же, как мой отец. Страшный, большой, но в то же время бесполезный. Не будьте бесполезными папами. Такая... Такая мораль. Ой, на меня смотрит глаз. Он все это время на меня смотрит? Да, он, по-моему, поворачивается, да? Сейчас мы это увидим. Картошечка! Ну, картошечка растет, без сомнения. Да, он смотрит на меня. Так, давайте наверх посмотрим, что там еще. Слушайте. По-моему, это все. Как здорово. Как прекрасно. О, как опасно. Держи меня, держи. О, спасибо, ананас. Тихо, тихо. О, блин. Нет! 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 Я же специально думал, не надо бы проваливаться в ту дырочку. И в ту дырочку и провалился. Мне кажется, для этой игры логично было бы сделать сегмент, где бык за мной гоняется и пытается скинуть. Ну чё такое? Почему теперь батуты для меня проблема какая-то? И снова антенна. Так, давай без говна, пожалуйста, в этот раз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как меня вышвырнуло! Вроде бы невелика потеря, но почему-то так бесит сильно. Короче, надо иметь в виду, что если нас швырнет как следует от этого батута, то мы просто вылетим. Вылетим в самый низ. Ну давай, антенна, ну легко же. Ну все легко. Тихо. Да чё за говно? Давайте попробуем не попадать на батут, а как-нибудь вот так. Во! Все, все, тихо, 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 тихо. Вот наша цель. Прямо. Филигранно. Только не провалиться. Хорошо. Это что, статуя свободы или что это? Я не заметил. Оп! Высоко. Да, это статуя свободы. А, чётенько. Надо, скорее всего, на факел попасть. Смотрите, а что это такое? Это воронка вниз так оттянута. Ой-ой-ой-ой-ой. Все нормально, все хорошо. Так, там кровать, на ней кто-то спит. От этой кровати мы вряд ли будем пружинить, да? Скорее всего, нет. Да, ой! Ха, это кот! Чисто 3D-скан кота, такой кривой еще. Наверное, это кот разработчика. И у него, походу, закончилась фантазия, потому что одни батуты были все это время, целый сегмент. Ой, что это я сделал? Что это я сделал? Что это я сделал? Вот урод я! Уродские руки. Я начал прыгать, а потом что-то передумал. Не знаю, из-за чего я засал. Наверное, засал такого разноцветного коня, не знаю. Юрта? О, батут. Ух. Ах. Все мягко и хорошо. Пошли дальше. А? Ух. Хрен его знает, хрен... на фишку попали. Что от меня хотите? Я должен войти в черную дыру? Пожалуйста, давай без... Без этой подлянки. Как это жутко выглядит. Ну-ка. Что? А, еще один батут? Нет, это платформа. Так вот, что внутри черной дыры. Просто платформа, которая нас поднимает еще куда-то сквозь пространство. Ох, какой яркий свет. Весь свет вселенной сконцентрирован в этих черных дырах. Он просто не может покинуть. Соответственно, эти фотоны, они летают. Они летают вокруг нее, наслаиваются. По сути, черная дыра — это такая бобина пленочная. И если ее. Если весь этот свет распутать вот так вот, получится, что мы увидим фильм о всей вселенной, о жизни целой вселенной. Музыка. Музыка такая. Congratulations! Congratulations! Only up the end! Конец. Ох, это будет смешно, если сейчас нас просто выкинут вниз. Я не могу пока принять. Не могу пока принять, что это конец. 60 минут в игре. Вот такой вот спидран. Вы думали, я тут часами, да, мучаюсь? Нет, 60 минут. Всего лишь часик, чисто так. Легко и просто. Кат-сцена. As a reward, you get a spaceship. Now you are the pilot of your life. You still have a lot to learn,
But now you can do what you want and fly wherever you want. Open up new worlds and new heights. Ну все, мы теперь боги этого мира. Что это? Кто это? Это наше лицо это? Эта игра — урок целому человечеству. Потому что один человек в космос, ну, никогда не сможет улететь. Как бы он ни был просвещен, уперт, это сделает целое человечество. Все. Мы все должны пройти этот путь к просветлению. И вылететь дальше, в новые миры. Только так. И это Биг Мак. Ладно, мы прошли эту игру, и у меня... Я думал, что я буду рукоплескать, орать, визжать, когда пройду... Но почему-то сейчас я просто испытываю приятное спокойствие внутри. Оно так разливается с леденца. Оно так ласкает меня изнутри. Просто наводит на прикольные мысли, на хорошие, позитивные мысли. И я надеюсь, что мы вместе с вами это сейчас разделяем. Что вот это чувство, что мы это сделали, мы прошли. Но на самом деле я это сделал. На самом деле я все делал. Вы просто смотрели, угорали с того, как я падаю. И все. Но я думаю, что большая часть все-таки из вас на самом деле такие: давай, Женек, давай, давай, ты сможешь. Тогда все-таки это наша общая победа. Друзья, только вверх. Вот что я могу сказать. Только вверх. Всем спасибо, с вами был Юджин. И всем... Не та петюля, она сшибает. Давайте вот так. Это рука, которая как платформа для вас. Вставайте. Вижу, что вы встали и полетели вверх. А-ха-ха-ха! Это была рука троллинга. Вы упали в самый низ.